планет. Эти небесные тела издавна привлекали внимание людей. И сейчас особый интерес к ним, потому что наша Земля тоже планета, как всем хорошо известно. Не всегда на небе можно их увидеть. Иногда они видны, а иногда не видны. Но прежде чем мы будем рассказывать о физической природе этих планет, о том, как они видны, что собой представляют, давайте мы познакомимся, вернее, даже вспомним о том, как они расположены друг относительно друга и как движутся вокруг Солнца. Вот здесь мы показываем интересный стенд, на котором видно движение планет вокруг Солнца. Самая близкая к Солнцу планета — это Меркурий, потом идет наша Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн. Это те планеты, которые видны невооруженным глазом и которые можно видеть без телескопа. Вы обращаете внимание на то, что планеты движутся с разными скоростями. Вот, например, Меркурий очень быстро движется, ему достаточно 3 месяца, чтобы обежать вокруг Солнца. Чем дальше планета от Солнца, тем медленнее она движется. В этом проявляется один из фундаментальных законов природы – закон тяготения. Это объективный закон, который мы не отменить, не изменить не можем, но используем в нашей практике. Ну вот сейчас я хочу прочитать вам одно письмо. Пишет астроном: направьте ваш телескоп на точку эклиптики в созвездии Водолея на долготу 326 градусов, и вы найдете в пределах 1 градуса от этого места новую планету с заметным диском, имеющую вид звезды приблизительно 9 величины. Ну, попробуйте ответить на вопрос. Кто и кому писал это письмо? Какая планета была открыта? Ну и, конечно, когда это все было? Теперь мы переходим к рассмотрению физической природы планет. По своим физическим характеристикам они делятся на две группы. Планеты типа нашей Земли и планеты-гиганты. Начнем с первой группы планет. Сейчас посмотрите фрагмент из фильма «Встреча с Марсом». История исследования планеты – необузданный взлет фантазии, разочарование и радости. И всегда это мечта. У астрономов прошлого были не очень сложные инструменты. Но и они помогли получить первые данные о Марсе. Его изучению отдали большую часть своей жизни Тихо Браге. Йоганн Кеплер, Скиапарелли, Лоуэлл, Гаврил Андрианович Тихов и десятки ученых во всех странах мира. Люди узнали о диаметре Марса, о его атмосфере, в составе которой был обнаружен углекислый газ, о двух его спутниках, Фобосе и Деймосе, о наклоне оси вращения. На Марсе есть смена времен года, только год вдвое длиннее земного. Климат более суровый, ведь Марс намного дальше от Солнца. У него есть полярные шапки, летом они уменьшаются. Может быть, это снега? В это время идут волны потемнения. Что это? Растительность? Тут
Tutto l'immenso spazio dei continenti è coperto da una rete di canali e di strisce sottili di colore scuro. В 1877 году итальянский астроном Скиапарелли нанес на карту Марса прямые линии. Он назвал их каналами. Ученый не подозревал, что этот рисунок и обессмертит его имя и всколыхнет не только научный мир. Началось великое нашествие марсиан. Так их представляли художники. Фантазия рождала корабли, на которых марсиане прилетали покорять Землю. Появились поэтические образы, прекрасная Аэлита. Сколько мифов связано с марсианами, но их нет. Они навсегда остались на страницах книг. Теперь мы познакомимся с современными сведениями о Марсе. Что мы знаем о нем сегодня? Разрешите представить вам доктора физико-математических наук Михаила Яковлевича Марова. Михаил Яковлевич, ну начнем с Марса. Пожалуйста. Ну, если теперь обратиться к более поздней истории, то есть когда начались исследования Марса при помощи космических аппаратов, то, наверное, надо вспомнить, что первые фототелевизионные изображения этой планеты, которые попали на южные районы Марса, принесли некоторые разочарования. Марс предстал перед нами как очень кратерированная такая пустыня, то есть усеянная большим числом кратеров, с первого взгляда мало отличающаяся от Луны. Это даже привело к некоторым разочарованиям. Однако это были районы, главным образом, вот, южного полушария, и они оказались совсем нетипичными для всей планеты. Что мы знаем сегодня? Мы знаем, что Марс пережил очень интересную геологическую историю, что на ранних этапах эволюции на нем происходили крупнейшие извержения вулканов, процессы тектонические, когда происходили сдвиги его коры, формировались чрезвычайно интересные структуры на поверхности, которые привели к разнообразным формам рельефа. Ну вот если сейчас обратиться к этому глобусу Марса, то вот в этом районе северного полушария, которое вообще гораздо более ровное, здесь преобладают равнины по сравнению с южным, вот есть область Фарсида. Здесь есть большое число вулканов. Эти вулканы, которые попали на изображения, переданные космическими аппаратами, оказались совершенно грандиозными образованиями. Ну, скажем, известная Никс Олимпика, снега Олимпа, это вулкан, который имеет высоту над поверхностью 26 километров, который имеет диаметр основания примерно 500 километров, а вот этот центральный кратер около 100 километров. Вот таких вулканов мы имеем много на Марсе. Сейчас эти вулканы мертвы. А когда-то, возможно, так шло извержение. Марс очень сухая планета, но вместе с тем планета, которая обладает атмосферой. И на этой планете существуют ветры, следовательно, процессы эрозии. Вот эти процессы эрозии приводят к разрушению. В свою очередь, эти процессы разрушения создают огромное количество пыли. И пыль, переносимая ветром, создает иллюзию различной смены времен года. То, что в свое время отмечалось исследователями, да, которые наблюдали Марс с Земли. Вы хорошо это помните. Да. Так вот, сейчас мы это знаем уже надежно, что это никакая не растительность, что это просто перенос пыли ветром.
Марс – это пустыня. Ну вот цветная фотография, скажем. Марс действительно имеет примерно такой цвет. И связано это с тем, что на поверхности преобладают глинистые минералы, которые обогащены окислами железа. Это, кстати, в свою очередь, говорит об очень интересных процессах. В какой-то степени вот такой цвет поверхности связан с историей воды на этой планете. Спрашивается, где сейчас вода на Марсе? В атмосфере воды ничтожное количество, на поверхности мы ее не видим. По всей вероятности, большое количество воды сосредоточилось при поверхностном слое, в слое вечной мерзлоты, ну, средняя температура на Марсе примерно минус 50 градусов, и в полярных шапках. Это главные резервуары воды. Полярные шапки, да. Да, вот и в полярных северные, шапках. Да? Северная, она более обширная, чем южная. Ну и можно, видимо, предполагать, что количество воды на Марсе довольно значительное, и что Марс в своей истории переживал довольно благоприятные климатические периоды, когда его поверхность бороздили потоки воды. Какая плотность там атмосферы? Плотность атмосферы на Марсе, ну, средняя плотность, 6 миллибар. Это значит примерно в 150 раз меньше по сравнению с давлением на поверхности Земли, давлением мало атмосферы. Малоутешительная картина. Малоутешительная картина. Вот на этой картинке, вот, где тут такой красноватый Марс, тут и небо. Да, тоже, это видите, очень интересное замечание. Дело в том, что это не случайно, это не иллюзия, так сказать, не обман зрения. Небо на Марсе, особенно в приповерхностных областях, действительно такое. Связано это с тем, что в атмосфере Марса, опять-таки из-за обилия пыли на поверхности, довольно большое количество мелких пылевых частиц существует в атмосфере. И поэтому рассеяние света происходит уже не только на молекулах газа, но и на этих пылевых частиц. Но отсюда красноватый свет. Но наше голубое все-таки интереснее, наверное. Безусловно, гораздо приятнее. Хорошо. Ну вот мы рассказали о Марсе, и действительно, увы, каналов никаких нет, кратеры есть. А вот на какой планете еще, расскажите нам, много кратеров? Но если говорить о планете, то очень сильно кратерированной планетой является Меркурий. Меркурий – планета, которая расположена ближе всех остальных к Солнцу, первая планета, считая от Солнца. И Меркурий во многих отношениях является уникальным. Дело в том, что Меркурий, как своего рода гипсовый слепок, запечатлел ранние этапы эволюции Солнечной системы, то есть когда только планеты формировались. Число кратеров на Меркурии очень велико. В некоторых областях они буквально примыкают друг к другу. Но, как говорят, поверхность насыщена кратерами. Похожи они на лунные, однако, только на первый взгляд. На самом деле есть очень и очень существенные различия. Дело в том, что благодаря тому, что Меркурий формировался вблизи Солнца, и его вещество образовано главным образом материалами, которые обладают высокой температурой плавления, он сосредоточил в себе большое количество металлов. Ядро сейчас, по всей вероятности, у Меркурия уже затвердело. Планета небольшая по своим размерам. Но вот когда оно остывало и затвердевало, то довольно энергично сжималось. В соответствии с этим сжималась и поверхность, кора этой планеты. И мы видим сейчас, по всей вероятности, остатки вот этих ранних процессов на поверхности в виде своего рода наслоений, складок, которые привели к образованию крутых уступов, утесов, или как их еще называют, эскарпов. Это очень и очень интересные процессы, которые оставила нам природа как ранний пример раннего этапа эволюции, происходивших на небесных телах. Хорошо. Михаил Яковлевич, а вот теперь мы перейдем к планете Венера. Ну, Венере повезло, она не обижена вниманием исследователей, и свидетельством тому является многолетняя планомерная программа, которая осуществляется в нашей стране при помощи космических аппаратов.
Сейчас мы смотрим фрагмент из фильма «Снова к Венере». В мае 1761 года Михаил Ломоносов наблюдал, как Венера проходит между Землей и Солнцем. Сияющий ореол окружал планету. Так была открыта атмосфера планеты. Новые доказательства ее сходства с Землей. 19 век. Ученые продолжали наблюдать за движением Венеры и ее прохождениями по солнечному диску. Темной горошиной катилась она по сверкающему блюду Солнца. Но заглянуть под облачное покрывало планеты не позволяли оптические телескопы. А нам так хотелось увидеть в Венере портрет молодой Земли. Радиоастрономия и радиолокация за годы открыли нам Венеру больше, чем тысячелетия. Радиоволны пробили первую брешь в облаках и в тайнах окружающих утреннюю звезду. Они рассказали о рельефе Венеры, о направлении и скорости ее вращения. А потом пришла великая эпоха первого контакта. Советские станции «Венера» одна за другой совершали посадки в намеченных районах далекой планеты. Они передали нам, что у ее поверхности температура достигает 500 градусов, давление 100 атмосфер, а венерианский воздух состоит в основном из углекислого газа. Но нам хотелось знать больше. В 1975 году советские ученые получили первые снимки с поверхности Венеры. 30 октября 1981 года к утренней звезде стартовала Венера-13. Следом за ней 4 ноября отправился в путь ее двойник Венера-14. Так, по командам электронного мозга, робот приступил к исследованию. И вот октябрь 1983 года. У Венеры появились искусственные спутники. Ими стали две новые советские станции Венера-15 и Венера-16. Итак, мы теперь подведем некоторый итог. Четыре ближайшие к Солнцу планеты, это Меркурий, Венера, наша Земля и Марс, они объединены тем, что это планеты сравнительно небольшие, не только по размерам, но в основном по массам. И вот эти планеты так и называются планеты типа нашей Земли. Главное то, что у них у всех есть твердая поверхность и не очень значительная атмосфера. Вот самая значительная атмосфера, как вы видели, у Венеры. А теперь мы перейдем к рассмотрению планет-гигантов. Это тоже четыре планеты. У них очень большие массы, да и размеры тоже большие. Михаил Владимирович, ну начнем с Юпитера. Ну, наверное, Юпитер по праву называют королем планет. Его масса в 318 раз больше массы Земли. Планета во многих отношениях очень интересна, уникальна. Ну вот мы говорили о Меркурии, который является свидетелем ранней стадии эволюционных процессов в планетной системе, когда формировались планеты земной группы. А Юпитер, в свою очередь, является остатком, что ли, вот этой ранней эволюционной стадии, и он сосредотачивает в себе огромное количество тех первичных газов
из которых формировалась Солнечная система. Основными газами являются водород и гелий, и именно эти газы составляют основу планет-гигантов. Как у Солнца? Да, именно состав Юпитера, он примерно такой же, как состав Солнца. Благодаря полетам космических аппаратов мы сейчас узнали существенно больше о Юпитере, чем это было известно по результатам наземных наблюдений. Что наиболее характерно для Юпитера? Когда наблюдаешь его, видишь большое количество отдельных полос, да. Полосчатая структура. Они получили название в астрономии зоны и пояса. Ну вот фотография, которая как раз очень хорошо передает вот эту полосчатую структуру. Они даже в любительский телескоп хорошо. Да, видят. Они очень хорошо так видны в любительский телескоп, так что желающие могут всегда да, это пронаблюдать. И даже можно видеть галилеевые спутники Юпитера, которые обнаружил впервые Галилей в свой телескоп. Вот здесь вот видны эти спутники. Это Ио, ближайший к Юпитеру спутник, а вот это Европа. Почему вот такая интересная конфигурация? Почему образуются эти зоны и пояса? Образуются они благодаря тому, что Юпитер очень быстро вращается. Один оборот почти примерно за 10 часов. Естественно, возникает и вопрос, а почему вот такая интересная расцветка? Почему столько много цветов? Белый, оранжевый, красный. Связано это с тем, что Юпитер имеет трехслойную структуру облаков. Самый верхний слой, он образован кристаллами аммония. Под ним слой, который образован гидросульфидами аммония. И, наконец, самый нижний слой, по-видимому, представляет собой обычные водяные облака. В состав облаков входят таким образом соединения серы, фосфор также, и вот они-то главным образом и окрашивают диск Юпитера вот в эту интереснейшую гамму цветов. Михаил Яковлевич, а вот знаменитое красное пятно, оно что же представляет? Если красное пятно да. Изображено вот здесь, это в южной полусфере Юпитера, оно как раз тоже исключительно интересный феномен, отражающий специфику динамики этой планеты. По всей вероятности, в отличие от земных циклонов, которые живут, скажем, порядка недели-двух, эти циклоны в атмосфере Юпитера живут не менее нескольких тысяч лет. Во всяком случае, большое красное пятно наблюдается уже около 300 лет. Ну вот очень интересно, конечно, о спутниках. Да, да, кстати, конечно, Алексеевич. Вы вообще упомянули уже их. Четыре галилеевых спутника. Это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Но есть еще спутники у Юпитера. Да, всего сейчас известно 15 спутников Юпитера. В том числе, есть спутник, который находится внутри также недавно открытого кольца Юпитера. Вот это тоже очень интересно. Это очень интересный тоже факт. Михаил Яковлевич, ну тогда перейдем к планете, у которой кольцо особенно хорошее, ярко красивое. Выражено. Несколько слов о Сатурне. Сатурн, следующая за Юпитером планета, тоже по праву называют планетой-гигантом ее. На диске Сатурна, так же, как и на диске Юпитера, можно обнаружить полосчатую структуру, тоже есть отдельные зоны пояса, однако они менее ярко выражены. Ну вот здесь вот картинки, которые очень хорошо это передают. Мы видим тоже отдельные зоны пояса и, видимо, тоже не отдельные, сравнительно небольшие пятна, которые, видимо, ну вот, скажем, такое пятно,
в атмосфере Сатурна, которое в какой-то степени напоминает большое красное пятно Юпитера и, видимо, имеет аналогичную с ним природу. Не случайно о Сатурне, прежде всего, когда говорят о Сатурне, говорят о его кольцах. Ну вот кольца Сатурна были подробно исследованы. Ну вот, скажем, великолепная картинка, которая передает очень отчетливо конфигурацию этих колец. Внешнее кольцо А, кольцо Б и внутреннее кольцо С. Кольца, по-видимому, составлены частицами разных размеров. От очень мелких, ну, которые, скажем, микронные частицы, до крупных. По-видимому, самые крупные частицы – это глыбы, главным образом ледяные глыбы, размером 10-15 метров. Там можно сказать и толщина кольца. А толщина кольца, да, ну, по крайней мере, она не превышает, видимо, 1-1,5 километров. Может быть, еще тоньше. Что было очень интересным, это подтверждение некоторых свидетельств наземных наблюдений тому, что кольца Сатурна имеют очень интересную, так сказать, тонкую структуру. То есть в пределах каждого кольца большое количество отдельных колечек. Их насчитывается, ну вот здесь вот это очень хорошо, структура видна. Их насчитывается, ну, буквально сотни и, может быть, тысячи. И размер каждого отдельного такого колечка внутри больших колец, больших структур, составляет буквально сотни метров, может быть, даже меньше. Об Уране мы знаем немного, и о Нептуне тоже. Плотности этих небесных тел существенно выше, чем у Юпитера и Сатурна. Ну и, наконец, осталась последняя планета – Плутон. Планета Плутон. О ней вообще можно весьма условно говорить, как о планете. Скорее всего, это один из убежавших спутников Нептуна. Во всяком случае, по своим физическим характеристикам, он очень напоминает вот эти спутники внешних планет. И можно лишь утверждать, что у него на поверхности главным образом метановый лед и, может быть, очень небольшая, неплотная метановая атмосфера.